Огонь зимней универсиады, который пройдет в Красноярске и до которой осталось 118 дней, встретили в Архангельске. Городской этап эстафеты стартовал около Северного федерального университета. Затем факелоносцы пробежали по набережной Северной Двины. На одном из этапов символ международных спортивных студенческих игр провезли в колеснице. Всего по улицам Архангельска пламя преодолело 6 километров. Его принесли выдающиеся жители региона, известные спортсмены, ученые, общественные деятели. Завершился праздник на стадионе «Труд». 10 ноября символ студенческих игр ждут в Казани, которая 5 лет назад принимала летнюю универсиаду.